Скоростные данные. 32 километра в час. Максимальная скорость Васкеса. Модрич разрезает нету. Ну-ка, пустые ворота. Родриго, Модрич. Ну-ну-ну, Лука. 3-1. Все. Мадридский Реал, я думаю, что набирает 3 очка. Слишком мало времени и 2 мяча форы. Лука Модрич, человек, вышедший на замену, забивает гол после издевательском хатовской паузы. Какой же он прекрасный. Все сделал в этом эпизоде. Сначала отобрал, потом обострил. Ну и в финальной стадии. Конечно, немножко повезло, что мяч отскочил именно к футболистам Реала. В финальной стадии Лука Модрич показал просто стальные яйца. Посмотрим повтор. Эмоции футболистов Барса. Я думаю, что они сами уже все понимают. Модрич разогнал атаку. И Нету был прекрасен. Но вот только что похожий момент был в исполнении Куртуа. И Куртуа мяч зафиксировал, а Нету не сумел. Он сыграл как мог, он бросался руками вперед, по-вратарски, все верно, но вот отскок и далее Модрич, Модрич. Тут важная разница, что не было настолько близкого Куртуа футболиста, а тут было открывание Венисиуса, и оно помешало зафиксировать мяч. При этом нарушение правил со стороны Венисиуса, конечно, в этом эпизоде не было. Но и тут Модрич издевается, просто издевается, при этом делает это эффективно. Это оправданное пижонство.